знаете, что меня больше всего беспокоит? Меня беспокоит то, что вот, допустим, раньше люди жили на кредиты, а гуляли на зарплату. Сейчас вот кредитов нет, а люди живут на зарплату. Нехорошо это. То есть реальные доходы, конечно, снизились. Вот. И снизились они в том числе бы и у меня, если бы я не вовремя включал голову. Не прогнозировал ситуацию и не работал вот с такими небольшими фирмами, у которых очень большие амбиции. Вот, допустим, Академия инструмента на Карла Маркса 194. У Академии инструмента на Карла Маркса 194. В запасе есть большие познания. Это действительно Академия. И вот и в итоге у меня уже есть и мотоблок. Ой, прошу прощения, газонокосилка. Вот. И триммер у меня тоже есть. И у меня есть свой собственный аэродром, где я летаю на своих собственных самолетах. И это в то время, когда, казалось бы, любую копейку надо экономить. Так вот, копейку, а точнее большую деньгу, можно и экономить, и зарабатывать, имея на вооружении профессиональный электробензо, да любой вообще инструмент, который вы приобретаете здесь. Аббревиатура СССР расшифровывалась еще и как «страна счастливых стариков и ребят». Гипертрофированный капитализм с амбициями волчьей стаи возродил в нас животную зависть к соседу с иномаркой и евроремонтом, и дачей в деревне, и метровой панелью LCD. Холодный душ 2008-го, слава богу, поумерил эти животные амбиции. И магнитогорец, например, стал очень быстро головой соображать и расставлять приоритеты. Взять, к примеру, ремонт. И оказывается, при наличии ускорителя процесса, как то электродрель, дисковая пила, сварочник и лобзик, один человек, а большая бригада и не развернется в достаточно скромных размерах наших квартир, может сделать все собственными руками и в два раза качественнее, потому как для себя любимого. Дальше больнее. Домик в деревне из дерева, естественно, реально поднять и запустить, и квадратуры немалой и за год, и за лето. Ну, разумеется, если родня поможет, либо друзья. Ваша персональная циркулярная пила, ваш персональный электролобзик, болгарочка, шуруповерт ускорят процедуру в разы. Ну а место, где есть весь этот электробензоинструмент и в сотни раз больше и мудрее приспособлений, сегодня определяется максимально точно. Как-то Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, я переверну весь мир». 25 лет назад я говорил: «Дайте мне инструмент, я сделаю все, что могу, и материалы». Это я говорил, когда занимался авиамоделизмом. Был такой период в моей истории. Вот. Сколько первый самолет собирал свой? 2,5 года. Вот. Ну, то нас туда переводили, то сюда переводили, то инструмента не было, то и желания не было у некоторых товарищей. Вот. Что касается инструмента, который представлен сегодня здесь, в Академии инструмента. И сейчас, наверное, то самое время, когда вам необходимо приобрести себе и не соковыжималку, а дрель, и точило, и перфоратор, и сварочный аппарат, да, чего можно закупить, и болгарку в том числе, и лобзик, и все остальное. И вот это все перечисленное вам лично поможет сделать ремонт своими силами, своими руками. Потому что ремонтные организации, к сожалению, вменяемостью сейчас не страдают, а страдают от желания вернуть то время, когда по существующим откатным схемам можно было приходовать бюджетные деньги. Такое время не вернется, вернется другое время, когда вы будете работать головой и руками. Но руками-то и надо работать с головой. И давайте посчитаем, сколько комплект профессионального электроинструмента у вас будет здесь стоить, вместе с Академией инструмента. Вот вы, допустим, взяли сумму в 10 тысяч рублей. Что за эту сумму можно купить? Великолепную дрель, замечательную болгарку, вот, лобзик в том числе, это считайте, считайте. Вот, точило, ну, это вообще отдельная песня, потом как-нибудь расскажу. Вот, непосредственно сам набор сверил, хороших сверил. И вот сегодня рекомендуем, кстати, помните? Вот. Сколько у вас труда возникает, когда необходимо не один саморез, а 20, 30, а может быть и 100 закрутить. Вот. Да, это дрель аккумуляторная, которая еще может закручивать и саморезы в том числе. Ну вот, смотрите. Вот регулятор усилий. Вот. Все, кто рано или поздно покупал такие дрели, сталкивался с вопросом, когда начали осыпаться аккумуляторные батареи.
Так вот, здесь литий-полимерный аккумулятор, который будет служить вам в разы дольше, чем все остальное. А за всем остальным, как то метчики, как то сверла, как то специальные приспособления, вот приезжайте сюда. Здесь, к сожалению, нету спецклеев, а я бы еще это добавил, но это Академия инструмента, а не Глюк-академия. Я так понимаю, что людей, которые занимаются профессиональным инструментом, в городе сейчас очень-очень много. Ну, пожалуй, по популярности электро-бензоинструменты и все остальное встает после только аптек. Слушай, ну везде они есть. Вы выбрали Академию инструмента. Почему? Ну, потому что здесь очень большой ассортимент инструмента. И инструмент, ну, довольно качественный, хороший. Вот что, ну, и поэтому мы сюда частенько. С любого объекта, да, едете сюда? Ну, да, конечно, да. То есть там расстояние не важно, важно качество. Если имеется свой участочек, свой огородик, там дачка, то обязательно сюда. Ну, скажите, вот у меня вот есть определенное желание, вот, ну, те деньги, которые я получу в качестве гонорара, обязательно здесь оставить. У вас какое желание, когда вы сюда приходите? Что-то желание купить постоянно, что-то новое? Ну, обычно, да, что-то приобрести, заходим сюда и здесь приобретаем. Конечно, для меня лично рассказ о каждом творении рук человеческих, представленных здесь, вышел бы за рамки эфира. И, честно говоря, харизму автостопа мы вместе с Академией инструмента смогли бы и подвинуть. Но проба в деле, естественно, будет. И будет чуть позже. Сегодня о подготовке к эмоционально насыщенной уральской зиме поговорим. И тема эта для мировой хоккейной Мекки, коей стал Магнитогорск всего за 20 лет, более чем актуальна. То, что не из всех хоккейных коробок сделали стоянки, то, что круглый год, город и комбинат дает возможность всем кататься на крытых катках, в том числе и на арене чемпионов, то, что Академия инструмента, а это еще и Веломир, держит максимально приемлемые для студента и для пенсионера и для пионера цены на коньки, все это делает честь, ну, извините, не самому здоровому городу. Но здоровьем, фигурой, кстати, что особенно актуально для малость зажиревшего хоккеиста с 30-летним стажем, заниматься необходимо. А стимула лучше, чем подаренные и приобретенные на сдачу коньки, придумать сложно. Насколько востребовано сегодня занятие спортом, ну, не мне вам объяснять. Сейчас на дворе скоро будет и ледок, и ваши любимые велосипеды, купленные здесь же, в Веломире, ну, можно поставить в сторонку. Хотя, в принципе, можно и зимой ездить. У нас снег выпадает только в марте, если еще и выпадет. Вот. Ну, зима, прежде всего, у нас с чем ассоциируется? С нашим любимым хоккейным клубом «Металлург». И вот в то время, когда ваш ребенок говорит, что хочу заниматься хоккеем, вы говорите, что, извини, сынку, денег нету. Это неправда. Денег много не требуется. Здесь же, в Веломире, одно из подразделений Академии инструмента. Итак, коньки. Чтобы грамотно встать на коньки, вам нужно соответствующее, извините же, оборудование. То есть, ну, чтобы щиколотка не бегала ни направо, ни налево. Да, и вот цена вопроса – это 1400 рублей. Ну, мне вот за такие коньки, которые есть сейчас у меня. К сожалению, я купил их в свое время не здесь. Вот так бы и здесь подобрал необходимые мне размеры. Вот. Что касается тех людей, которые более 120 килограмм, но мечтают кататься на коньках. Да, у нас слабое место – это ступня. И эта ступня замечательным образом фиксируется в таких же ларсеновских ботинках с уже креплением горнолыжным. То есть, люби все возрасты покорны, конькам тоже они покорны. Поэтому вставать на коньки никогда не поздно. Если вы себя чувствуете дискомфортно, то вот такой вариант я бы вам предложил. Вот. И в очередной раз возвращаясь к цене вопроса. Здоровье стоит недорого. Ну, по крайней мере, пока вы молоды и полны энергии. Лишние полчаса каждый день на хоккее, это вам, по-моему, лишние годы уже здоровья. Ну, и для детей, и для женщин, и для девушек. И вообще полезно этим заниматься вместе. Ну, представьте, вот вы познакомились с девушкой, да? Сказали, а пойдем покатаемся на каток. Вот. Она говорит, а у меня коньков нету. А те коньки, которые в прокате, извините, ну, они вот в таком состоянии не будут. Вот. Ну, здесь, вот опять же, подарок любимой девушке за 1200 рублей. Ну, и Академия инструмента с гордостью представляет штиль. Это бензопила, штиль, МС, Microsoft, то есть 180. Вот. Что это за бензопила? Это полупрофессиональная техника. Мощность двигателя у нее 2 лошадиные силы, либо 1,5 киловатта. Здесь стоит хромированный поршень с двумя кольцами маслосъемными.
Вот, и, соответственно, такой же хромированный цилиндр. Про эту пилу легенды рассказывают. Вот, в Белорецке дом сгорел. Там стояла такая пила, все оплавилось, разумеется. Но двигатель заводился без проблем. Что вам необходимо знать, чтобы потом уже не приходить в Академию инструмента, хотя в Академии инструмента и даже тех балбесов вразумляют и дальше объясняют, что, во-первых, для двухтактных двигателей надо добавлять бензин, масло, это обязательно. Сколько добавлять? Ну, чтобы было совсем все просто, я объясню. Маленькая рюмочка, маленькая, не полстакана масла на литр, 25 грамм, либо 20, в зависимости от масла, вам объяснят пропорции, все. На литре бензина, с маслом, разумеется, эта пила может работать почти час. Вот, небольшой варнинг, как говорится. Поработали 15 минут, пускай отдохнет, она может работать и дольше, и гораздо дольше. Больше, чем 15 минут, я, честно говоря, вам не советую работать, и для спины в том числе. Вот. Что касается того, насколько хорош здесь вылет цепи, вот стандартный, а есть и подлиннее. И теперь, почему вам срочно необходимо купить такую бензопилу? Вот смотрите, я ее одной рукой могу держать. Ну, во-первых, это очень хорошее средство самозащиты. Вот. Ну, я думаю, что никто не полезет. Вот. Ну, это шутка. Вот. Во-вторых, 7 рублей, даже, по-моему, меньше, да? Вот. И что вы имеете? И вы можете спокойно весь свой садовый участок перепилить. Ну, в смысле, то, что мешает вам. Вот, вы можете себе поставить печку, а на дровах сейчас гораздо выгоднее топить. Ну и поскольку печки имеют определенную длину, и чтобы вам было хорошо потом дальше дрова колоть, все-таки, опять же, лес лучше в этот хлыстах брать. Давайте покажем, как она работает. Тут все достаточно просто. Вот так вот легко и просто завели. Я уже влюблен в эту пилу. Я уже думаю, что такой вот мне штильчик нужен, который весь тот бардак и последствия любого урагана успокоит.